Я более чем уверен, что любой человек после знакомства со слонами ловил себя на мысли, что было бы неплохо его забрать с собой домой. Но потом в голову приходила другая здравая мысль, которая говорила, что у тебя всего 100 долларов, в смысле, что слон должен жить на свободе, ну и как бы забрать его с собой просто нереально. Но, как шопер, я не могу уехать отсюда без слона. Поэтому... Welcome to bazaar! Это самый большой базар хендмейда в городе. И работает он только по вечерам. Каждый день в 5 часов центральную улицу перекрывают, и сотни торговцев устанавливают свои шатры. Продаются тут платки, одежда, зонты и куча разных сувенирных слонов. Слоны деревянные. Слоны из старых бомб. Слоны-ранцы. В общем, слоны тут везде и на всем. Даже на тапках и на трусах. Слушай, ну вот... Сободи, сободи. Посмотрите, какой слон. Красота же? I think it's too much. I think that 20,000 is best price. No? No. What do you think? Okay, 40, okay. 40? Yeah. 30, 30, no? 30, no? No? You say no. Yeah. Okay. Okay, okay, okay. I think I will find another elephant somewhere. Thank you, thank you, thank you. No, 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 no. No, 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 no. You say 30, yeah? 30, okay, okay. Вот так вот надо торговаться, вот так вот. Так. Теперь же осталось выбрать какого. Посмотри, они же все разные. О, придумал. Соберу семью слонов. С такими ценами я могу себе это позволить. Пусть это будет мой главный слон. Дедушка. Так, деда купили. Теперь ищем бабушку. Бабули. Вот же они. Ну, прям из бабушкиного платка сделано. Ну. Так, дед, спокойно, спокойно, дед, я завелся, сейчас, сейчас, все, бабушка наша. Внуков деда не видели? Внуков деда не видели? Мне кажется, мы нашли внучат. What's the price? 50,000. Сколько? This is grandpa. This is grandma. 50 is too much, really. I think the best price. 40. 40. And made two. Awesome. 35, last time. Okay, 25. Знаете что? Я бы мог торговаться до последнего. Я бы мог выбивать скидку. Мог бы говорить, что у меня нет денег. Но эти несчастные полдоллара, они играют какую-то роль, когда вся семья вместе, а?